друзья, с вами снова Эйка, и мы продолжаем наше путешествие по Милану. Мы находимся сейчас на Виале Примуда, это бульвар Примуда, рядом с площадью Чинкве Джорнате, возле большого супер-универмага Коэн. За моей спиной, рядом с аптекой, на Виале Примуда номер 10, мы увидим такой небольшой невзрачный магазинчик, называется «Дзеппелин», «Моделизмо и джокатули», то есть это модельки и игрушки. Это очень редкий магазин. Он заключается в том, что в нем находится куча всяких интересных моделек с разными интересными фичами. К примеру, здесь мы видим на витрине, это в основном маленькие машинки, как вы видите, Формула-1, всяких гоночных трасс. Помимо этого есть, конечно, видно очень-очень плохо, потому что отражается. Но здесь автомобильных моделек очень-очень-очень много. Что 40-х, что 20-х годов, что современных, спортивных. Даже есть всякие такие маленькие автомобили, как Ламборгини, которые полиция использует по специальным заданиям. Здесь, как вы видите, есть ретро-автомобили, кадиллаки, всякие милитарные также. Так что мини-рекламка этого магазинчика, но я думаю, любопытных найдется много. Этот магазин находится также онлайн. www.zeppelin-auto.com, то есть www.zeppelin-auto.com, со своим старым логотипом. Так что любопытным и те, кто любят собирать всякие штучки, приходите сюда. На другой витрине мы видим даже огромные разные автобусы, модельки Феррари, управляемые всякие автомобильчики. Цены очень доступные, от 3 до 100 евро. Здесь мы видим старинные всякие мотоциклы, мопеды, есть даже каски всякие, самолеты, вертолеты. Так что думаю, что взрослым и детям это все очень даже понравится. Пока-пока!